В Доме культуры станицы Северской прошел концерт, посвященный 86-й годовщине со дня образования многонационального Краснодарского края. На сцене с вокально-танцевальной программой выступили коллективы и солисты района, подарив зрителям незабываемые эмоции. Шесть миллионов человек сегодня населяют Краснодарский край. Люди разной национальности и вероисповедания, но на протяжении 86 лет объединяет их любовь к общему дому. Кубань – один из успешных регионов страны с развивающейся экономикой, инфраструктурой и высокими показателями социального развития. Ну и, конечно, здесь живут очень талантливые люди.